Пешеходная улица в самом сердце Бреста на несколько часов превратилась в музейную площадку под открытым небом. Гостям мероприятия, прекрасным дамам, одетым по моде начала 40-х, бравым офицерам и солдатам в форме довоенных лет не помешала даже дождливая погода. 41-й год, 4 часа 15 минут. Мы это никогда не должны забывать. Нам надо мирное небо, ну пускай даже и дождливое. Это состояние души. Именно состояние. Надо мир беречь. Несмотря ни на что. Я люблю очень свою страну, и мы не должны забывать свою историю, мы не должны забывать. Тут страшный день, тут страшное утро, когда в нашу страну обрушилось горе, беда, война, страшная война. Мероприятие, ставшее традиционным в Бресте, ежегодно привлекает тысячи жителей и гостей города неподдельной атмосферой последнего мирного дня, духом июньского вечера и пониманием надвигающихся страшных событий, до наступления которых остались считанные часы. Это очень значимая вещь и очень внутренне, когда участвуешь в этом, проживаешь за всех. Для меня, прежде всего, да, это как дань памяти, что ли, вот. Нашим дедам, прадедам. Эмоции, которые перехлестывают, и вот они просто действительно настолько внутри все сжимают, как бы, да, что и когда вот в это окунаешься, то есть вот сама реконструкция, когда проходит. В рамках мирного вечера на Советской все желающие могли познакомиться с экспозициями передвижных музеев, сфотографироваться у раритетной техники и с участниками реконструкции.